Как изменится облик города и какие идеи выдвигают профессионалы? В Кирове прошли дизайн-выходные. Это образовательное мероприятие общероссийского масштаба. В нашем городе его провели на базе библиотеки имени Герцена. На конференции обсуждали дизайн-код Кирова. Напомню, что наш город получил статус столицы российского дизайна в этом году. Участие в обсуждениях приняли профессионалы в сфере дизайна, в том числе Яркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева. Дизайн-выходные – это некоммерческий проект. Свои исследования представила рабочая группа по внедрению дизайн-кода и требований к архитектурно-художественному облику улицы Ленина. Напомню, группа была создана по итогам первого урбанистического форума. Что касается дизайн-кода, работа над ним ведется уже несколько месяцев. Есть конкретные предложения и проектные решения.